Две недели назад по 279, сегодня по 299. Самый ходовой товар в магазинах Актобе – яйца. Становятся все недоступнее. Скачок цен на этот вид продукта заметил и актюбинец Ержан. Со слов покупателя, цена на яйца на прошлой неделе за один десяток доходила до 336 тенге. Сегодня немного ниже. Но если такие скачки будут наблюдаться и дальше, то наверняка народная тропа в яичное царство зарастет, подшучивает Ержан. Это цены дорогие, они уже... сентября уже быстро как подскочили, и выбора нет, в основном рамазанский бывает здесь. А кто должен цены сдерживать, на ваш взгляд? Ну, я не знаю, кто. В принципе, акимат должен следить за этим. Правда? Никто, и, я думаю, не следит. Продавцы говорят, цена начала расти после первых случаев падежа от птичьего гриппа. Тем не менее, на прилавках в супермаркетах все неплохо. Пустых среди них точно нет. Яйца в достатке. Из-за роста цены нет и ажиотажа, покупатели в очереди не выстраиваются. Но в одной из сетей супермаркетов сегодня на прилавке были яйца только российского производства. Да и продавать их оптом запретили. Была цена 270 с чем-то, вот, и вот мы стали 300, не сразу, а постепенно, 290, вот так за 336, и сейчас у нас скидка идет на них, 299 тенге. А скажите вообще, откуда яйца поставляются? Сейчас, в данный момент, у нас идут они с Оренбурга. То есть местных производителей нет? Нету. А в связи с чем? Думаю, из-за этого птичьего гриппа, скорее всего. Руководство одного из крупного производителя нашего региона «Рамазан» не скрывает, что содержание несушек становится все дороже. В новой цене заложен не только сезонный фактор, но и то, что в разы подорожали корма. Поэтому для компенсации расходов бизнесмены подняли цены на свою продукцию. На сегодняшний день из-за того, что подорожала стоимость корма, это пшеница, ячмень, шроты, соевые, подсолнечные, другие, значит, компоненты этого корма, из-за этого нам пришлось чуть-чуть поднять цены, потому что себестоимость яйца, она повышается с повышением стоимости корма. Также в связи с птичьим гриппом, который вот с России уже идет нам, мы принимаем меры по вакцинации, меры безопасности, нашей биологической безопасности, поэтому мы сейчас препараты закупаем, витамины, чтобы они иммунитет подняли, наши курицы, несушки. Вот эти затраты все, соответственно, и повлияло на это. В целом стоимость яиц зависит от класса и от места продажи. В фирменных магазинах, ларьках и супермаркетах немного дешевле, а вот в мелких частных магазинах яйца нынче продают и по 400 тенге за десяток. Ну и пока радует стабильность цен на мясо птицы. Цыпленок из Кустаная в стоимости не подскочил. 903 тенге за кило. Ножки буши реализуют по 515-620 тенге за кило. Лиза Сакива, Алексей Уразов, программа «Факт».